Дорогие друзья, добрый вечер, всем ассаламу алейкум. Во-первых, хотела бы вас всех поблагодарить за вашу любовь, за вашу поддержку, за ваши теплые, добрые пожелания, за ваши комментарии. Когда я выходила в ринг, конечно же, я думала про вас. Я знала, что идет прямой эфир, и что люди смотрят, и что люди верят в меня и ждут моей победы. Да, первые два раунда выдались не такими легкими, потому что соперница левша. Еще намного ниже меня ростом, корявая, неудобная, я присматривалась, и потом уже в третьем раунде пришла в такую серьезную атаку, я так скажем, когда уже смогла подобраться ближе к ней. Мы знаем, что индийский бокс сейчас один из лидеров в мире, да, особенно в любительском боксе, и в профессионалах они сейчас набирают обороты, что у них огромнейшее население страны, что у них конкуренция просто огромная. Поэтому для меня было важно победить в этом бою. На кону стояло два титула чемпионки мира. Сам президент федерации WBF лично прилетел с Южной Африки на мой поединок. Это человек просто легендарный, который работал с Эвандером Холифилдом, с Рой Джонсом, присутствовал на их поединках. До сих пор присутствует постоянно на таких легендарных вечерах боксеров, когда боксирует Клареса Шилдса, любимая чемпионка мира. И для меня это был такой шанс, который я не должна была упустить, да, такой шанс выпадает не всегда. И вчера я читала интервью Виктора Леонидовича Демьяненко, что он высказался о том, что я слишком часто провожу поединки, что за 4 месяца я провела 4-й бой. А на самом деле я люблю свое дело, люблю очень сильно бокс, и когда-то это было действительно моей мечтой выходить на ринг каждый месяц, поднимать флаг любимой страны, потому что если я себя чувствую хорошо, слава богу, и в хорошей форме, почему бы нет? И мы знаем, что WBF очень проводит тщательный отбор соперников, которые топы в мире, просматривают их бои, просматривают их карьеру. И поэтому мы понимали, что соперница непростая, и что нужно побеждать явно, выигрывать явно на судейские решения. Соответственно, я не хотела дойти до того, чтобы исход поединка решали судьи. Я хотела выиграть явно, и поэтому мы на букете готовились очень долго, каждый день тренировалась я. И мы готовились с первого к двум другим соперницам, но потом они отказались, и претендентку выставили именно соперницу из Индии. Слава богу, что все получилось. Я несколько дней отдохну и дальше приступлю к подготовке, к тренировкам. Нужно много чего корректировать, много над чем работать, потому что наша цель в этом будет стать абсолютной чемпионкой мира, и я обязательно этого добьюсь. Конечно, есть и хейтеры, так скажем, которые не дремлят, да, которым просто поперёк горла, да, моя победа. Почему? Потому что вы знаете, да, ситуации, я со с кем только не воевала, и воевала всегда только за правду, за честность, за справедливый бокс. И, конечно, соответственно, и мои выигрыши невыгодны, но пускай они запаслятся нервами, я буду дальше побеждать и выигрывать, потому что я настоящий воин, и я хочу творить историю, быть легендой женского профессионального бокса. Не только Казахстана, а вообще всего мира. Поэтому, ура, Казахстан, я всех вас очень люблю. Еще раз спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу любовь.